В эфире шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И мы рады представить вам гостей нашей студии. Это музыканты группы «Grey Dog» Дима Маркарян и Егор Мицкевич. Самый вкусный суп. Вода. Что чаще всего коллекционируют девочки? Мужчин. Как различают близнецов? По запаху. Кто ползает по стене? Паук. Проект Grey Dog – весьма яркий дуэт, играющий музыку в стиле метал. На творчество ребят вдохновляет самая разная музыка – от этнической до андерграунда. Благодаря этой культурной разноплановости на выходе получается достаточно интересный музыкальный коктейль. Привет, ребята! Привет. Рады вас привет, видеть! Привет! Эй! Расскажите, пожалуйста, вообще, как и с чего начался ваш проект? Начался он с желания играть хорошую музыку вместе, вдвоем. Вот, наверное, с этого. А название как пришло к вам? Я когда-то написал сообщение, вот это я точно помню, потому что я сохранил эту переписку, она мне звездочкой выделена. Я прислал сообщение какое-то Егору о том, что очень не хочется взрослеть, хочется быть просто седым псом. А он перевел мне это на английский и сказал, что классное название для песни. Для группы? Очень миленько. Нет, для песни. Классные слова для песни получаются, но выделили потом мы Grey Dog. Ну, может, так. Какие у вас концептуальные переписки? У меня переписки типа «Где стыканемся?» Такое. Ну, такие у нас тоже есть, да. Хорошо, но до того, как случилось формирование группы, вы были давно друг с другом знакомы? С детства, да. С детства. Мы в одной школе учились. Ничего себе! И все это время вы где-то там отдельно занимались какими-то отдельными проектами? Не, мы вместе играли вот и в детстве, первую группу собрали вместе. Это было в 16 лет. Да, ну, как-то периодически классе, что-то делали вместе, но вот, наверное, вот этот проект просто... Более осмысленный. Да. Расскажите, где вы побывали за 2019 год? За 2019? Да. За 2019? А, не, побывали. Побывали. Да, за 2019 мы побывали в туре по России и Украине, а за 2000... А за предыдущие года, за 2018, мы побывали еще в Польше, Чехии и Германии. И в странах Балтии. И Эстонии. И Латвии, да. Вы активно гастролирующие ребята. Ну, последние полгода нет, но... В принципе, с определенной периодичностью гастролируем. А что, да. Последние полгода подустали? Альбом пишем. Вот, я ждал этого ответа. Да. А вы гастролировали, это были какие-то фестивали или более какие-то сольные концерты? Как? Это сольные концерты, это был самостоятельно организованный тур. И вот мы на таких авантюрных началах ввязались в это все действие и сами осуществили. Так что это, скажем так, фестиваль был только один. Это был в Польше, в Катовице. Сольные, не совсем, может, сольные всегда, потому что зачастую мы делили сцену с командами местными. Ну, то есть как когда. Иногда с кем-то выступали, иногда одни, по-разному. Слушайте, а вот вы сейчас занимаетесь альбомом. До этого у вас была как-то активная гастроли. Вы команда, которая больше кайф от чего получает? От написания, от процесса производства, условно говоря, музыки, либо от процесса выступления? Я не знаю, мне нравится записывать альбом. Просто концертное выступление — это что-то более эмоциональное, нежели более сосредоточенное, наверное, так. Разные задействуются ресурсы, поэтому трудно мне вот дать однозначный ответ. Ну здорово, но я бы хотел играть концерты. Мне больше нравится играть музыку. Mm-hmm. Все-таки это рутинная работа, и ты находишься постоянно в состоянии выбора. Тебе надо выбирать, что лучше, какое решение применить. Ну, да. И вот состояние выбора, оно очень сильно изматывает. Кайфово писать. Но вот состояние выбора, очень, когда он продолжительный промежуток времени, очень тяжеловато становится. Смотрите, а вы ставите какие-то прям глобальные цели перед своим дуэтом? Нет, цели, конечно же, есть, и мечты у нас есть, и у каждого они по-разному очень объемные и большие. Но изначально, когда мы вот создавали проект, с Егором была такая договоренность мимолетная, что мы это все делаем ради кайфа, чтобы самим все очень нравилось. И стараемся вспоминать об этом почаще, потому что иногда вот загоняешься, начинаешь или сильно мечтать, или сильно работать, и что-то теряется. Так вот, стараемся вспоминать эти изначальные мысли. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» телеканала TNT International, и в гостях у нас сегодня музыканты группы Grey Dog Дима Маркарян и Егор Мицкевич. Парни, расскажите, пожалуйста, какой способ продвижения сейчас наиболее продуктивный? Там Инстаграм, Ютуб, концерты? Я не в курсе, не смогу. Если бы мы знали,
то мы бы к вам не пришли. Они бы сегодня с утра сидели, так может быть, телевидение. Надо их попробовать. Мы бы хотели знать, какой способ самый лучший. Ну вот на ваш взгляд, на опыт. Я думаю, что все работает вкупе. Каждый вот по чуть-чуть приносит какой-то результат. То есть сейчас не стоит что-либо сбрасывать со счетов. Пользоваться надо всем. А вы чему-то уделяете наибольшее внимание? Какой-то платформе? Наверное, той, которая больше нравится самим. Ну, наверное, Ютубу больше всего. А, ну, Ютуб, да. Видеоконтенту. Это просто интереснее всего с этим работать. Вот и все. Как вы сами можете характеризовать стиль вашего дуэта? Я думаю, можно обойтись одним словом — метал. Метал-дуэт — это такое достаточно редкое явление. In my opinion. В принципе, да. И, в принципе, редко, когда люди просто говорят слово метал, и все, и добавляют туда какое-нибудь... Сейчас такое количество жанров, что очень тяжело, и... множество жанров уже слились друг с другом, так что, естественно, если ты начинаешь какой-то один жанр применять к характеризованию того, как ты играешь, то надо и другие подтягивать, потому что это все работает как бы вкупе. Соответственно, придется целую цепочку выстраивать из этих жанров. Скажите, пожалуйста, кто из современных исполнителей для вас является примером? Или... Современные — это что значит? Которые в наше время... Так есть, которые начали 50 лет назад, давай, и в наше так, время все еще функционируют. Из последнего услышанного и найденного. Что было интересным, да, из последнего, что мы нашли. Что я нашел за последнего? Что ж нашел? Ты там с кем-то совещаешься? Нет. Там должна Людочка секретарша прибежать на ушко, просто «Баста!» «Да-да-да, вот недавно слышал «Басту!» Или я стал уже такой старый, что все время слушаю то, что нравилось до. В смысле, новый какой-то артист, которого обнаружили, или какая-то работа какого-то артиста? Ну, то есть... Как ваша душа вообще, в целом, поживает? Что на вас произвело впечатление? За последнее время. На меня последний альбом Тома Йорка произвел впечатление, а не анима. Тома Йорк не из новичков, да. Вот. Но если из каких-то новых... Открыл ли я новых артистов? Вот это вот уже второй вопрос. Открыл ли ты новых артистов? Второй вопрос. Ну, наверное, да. А кто это? Не могу вспомнить. Ну, сейчас сходу. Может, ты можешь ответить сейчас? Ну, я могу сказать, что я все время почему-то сейчас вот анализирую, что я делал за последнее время. Что ты постил последнее время? Я все время вот то, на чем я вырос, то, что меня вдохновляло в детстве, я как-то пытаюсь переосмысливать, переслушивать. Так вот, какой-то странный у меня период. А что из детства повлиявшее? Что сейчас переслушиваешь? Сейчас самое последнее — это Liquid Tension Experiment. Это инструментальный альбом. Он в двух частях. Это, можно сказать, это супергруппа. Гитарист Джон Петруччи из Dream Theater, клавишник из Dream Theater Джонатан Руднес, басист King Crimson и Майк Портной тоже из Dream Theater. Они собрали... Басист из группы King Crimson. Да, так, mm-hmm. так. Они собрали такой вот квартет и играли очень эксперименты прогрессив метал. И это, я считаю, очень клевая работа. Так что, ну, советую послушать интересующимся данным жанром и ознакомиться. Что меня вдохновило это второй раз. Очень круто. Возвращение в твое сердечко. Да-да-да-да, есть такой момент. На меня повлиял альбом Pink Floyd Another Brick in the Wall. Очевидно, я просыпался частенько под этот диск и просыпался в школу. А кто его ставил? Отец, по-моему. На момент на сегодня, я думаю, что... Мои музыкальные предпочтения, ну, расширились гораздо больше, вот. Но я все еще слушаю Pink Floyd и все еще иногда слушаю Металлику. Очевидно, это оставило во мне след. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И в гостях у нас сегодня дуэт Grey Dog. Это Дима Маркарян и Егор Мицкевич. Парни, мы для всех наших гостей готовим небольшие задания. Для вас тоже подготовили. В принципе, ничего сложного. Сейчас будут звучать песни. Известные относительно, где-то русские, где-то зарубежные. Русскоязычные будут? Возможно. Но будут звучать три в одном. То есть вам нужно угадать... Они одновременно. Сразу? Одновременно три будут звучать композиции, вам нужно угадать исполнитель, название песни. Три одновременно? Да. Ага. Давайте попробуем. Погнали. У вас такие лица, будто вы готовы проиграть. Мы просто сдаться и были на уйти. Студии, и да, это сейчас может показаться нам сложно. Думаю, что у вас все получится. Давайте слушать первый трек. А
собственно говоря, вот и все. Что? Все королевские, все... Все песни были на русском языке. Да. Трудно. Но это не ответ на вопрос. Не был. Кем бы я не был, я услышал слова. Так, можно это раскрутить. Это супер трек, который сейчас крутился, вертелся в 2019 году везде. О, отлично. Значит, я его точно не знаю. Ну ты только что... Ну что он же... Я услышал слова. Но он в интернетах, в всяких Яндекс.Музыках был на первой строчке. Держался там со всех сил. Алиса мне выдает подборку обычно, и того, что любишь ты, это понятно. Рекомендуем, да. Я ничего не могу прокомментировать. Какие-то хоть варианты есть предположить? У меня нет предположений. Вообще ничего. Пугачева была, может быть, не было. Все тогда я точно ничего не смогу ответить. Это, наверное, все была зашкварная музыка. Мне на какой-то момент показалось, что они все проигрываются в обратном направлении еще вдобавок. Это не так. Ну, я не могу. Ты, получается... А можно минус одна композиция? Так, ребята, по вашим заявкам сейчас наш эльф... Вот таким вот звуком забрал одну из песен из этого микса из трех песен. Остались две, давайте послушаем. И пускай капает с неба, и другой придется к тебе, где бы я не был. Я занят звонки без ответа, дойти к тебе. Я угадал одну песню, это... Одну, да, могу Итак, сказать. Что за одна песня? Виагра. 7 шагов назад или 7... Что? 100 шагов, 100 шагов назад! Е-е-е! Да. Это песня про 100 шагов. Парапарапам. А Тиму Белорусских мы не угадали, да? Не знаем песню эту? Нет. И пускай капает. А, так, поехали дальше. Надеюсь, что там нам повезет. Я держу вот пальцы крестом. Слушаем. Я угадал одну. Ребят, я волнуюсь. Мне кажется, я даже две угадал. Ну-ка. Ну, давай. Одна это «Крем Сода», «Никаких больше вечеринок». Yeah! Мне, кстати, нравится эта песня. «Крем Сода», да, крутая. А вторая, мне показалось, что там как будто у Полины Гагарина воет, нет? Красава! И остался еще один трек, а песня какая-то. А вот там уже мужчина поет, да? Мужчина и такой он кавказец. Вот и... Полина Короче, Гагарина, ты... спектакль окончен. Если женщина, ты угадываешь. Я заметил, да? Да. Понятно. Так, ну и, собственно говоря, еще один трек. Не возьмем? Я вообще не способен. Простите. Я распознавал один для себя пытался. Ну, то есть один, потом два. Сразу одновременно не получается. Давайте третью песню оставшуюся послушаем. Я эту песню знаю, потому что... Потому что ей всячески... Нет. Похоже, да. Похоже, как будто это что-то Серега как будто бы сейчас запоет. Да, да. Но нет. Но нет. Едем в соседнее село. Они тоже едут. Он тоже ехал на бумере. Собственно, название уже озвучено. Едем в соседнее село, на дискотеку, все дела. А кто поет это? Это был Мурат Хагалегов. «Едем в соседнее село». Так, хорошо, молодцы. Два трека из трех были взяты, поэтому давайте послушаем следующий микс, и я надеюсь, что нам повезет. Ребята, уже в предвкушении. Ну, понятно. Итак. Ну, там то, что Шнур поет, это я что-то разобрал сейчас. Какая песня? «Рыба моей мечты». А вторая, одна из песен, это «Бременские музыканты». «Бременские музыканты», да, это да, точно. Да, отлично, нам «Любые дороги дороги». Да. И третий трек. Третий... Вот не услышался он, это... Так, может, вы его никогда и не слышали. Такое тоже может быть. Да, но я к тому, что на самом деле Шнур перекрикивает там все вообще. Ну, может, просто трек вам не знакомый, давайте послушаем правильный ответ. Давайте. Хорошая шутка. Это круто. Это круто. Что это? Расскажите нам, может. Что же это? Я помню, слушал этих ребят очень долго. Очень нравились мне. Да. Я помню, было время вообще запал. Я думаю, что да, это стоит их, конечно, знакомиться. Плакаты, фотки там. У меня висит даже диск есть, кассеты этих ребят. Майка у меня есть.
Мне кажется, что вы отражаетесь в зеркале, когда смотрите на себя и видите этих ребят. Нет, что-то такое? Я думаю, что есть вопросы по мастерингу, потому что сейчас плохо было слышно. Итак, как мы понимаем, это была группа Grey Dog. Песня «Вуду». Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И в гостях у нас сегодня дуэт Grey Dog, Дима Маркарян и Егор Мицкевич. Ребята, расскажите, пожалуйста, как вы представляете себе образ вашего поклонника, фаната, вашего творчества? То есть, какой-то есть или он... Как мы представляем, мы его знаем, так как вот он какой выглядит. Он? Красивый. Сколько ему лет? Подхалим такой. Сколько ему лет? Красивый человек. Ну понятно, что не для котов играть. Я сейчас просто сделал это гендерно-нейтральным. Человек красивый наш слушатель. Возраст человека? Семейное положение. Он всегда молод. А насколько молод? Тебе ничего не удастся, просто забей. Это будет дальше вот такие вот ответы. Типа, красивый, хороший, интеллектуальный, такой молодец, выбрал нас. Значит, со вкусом все хорошо у человека. Вот, поэтому это бесполезно. Тогда у нас для вас прямо сейчас будут очень быстрые вопросы. Окей. А вам нужно будет отвечать тоже очень быстро и коротко. Хорошо. Хорошо? Ну, поехали. Добрый. Дима, в какой стране ты мечтаешь побывать? В Америке. Егор, кто из представителей мировой музыки тебя вдохновляет? Нью-Йорк. Дима, что тебя может выбить из колеи? Дождь. Егор, как ты понимаешь себе настроение, когда тебе грустно? Смотрю на природу. Хорошо. Дима, твой любимый месяц в году? Август. Егор, Майкл Джексон или Фредди Меркьюри? Фредди Меркьюри. Дима, без чего не можешь представить свое утро? Без кофе. Егор, твоя лучшая черта характера? Стремительность. Ребят, спасибо вам большое за ответы. И, насколько мы знаем, вы пришли с подарками для наших телезрителей. Так, конечно. Что же это будет? Это будет наш первый альбом и последний EP-альбом. EP-альбома. Два EP-альбома. Один на диске, другой на кассете. И там есть очень небольшая интересная штучка. Если вы откроете, это записано на пленку, на аналоговую. Мы играли живьем. И живьем записывалось все на старое оборудование. Если вы здесь откроете, help me, please. Если здесь откроете, то скачав, или как это правильно сказать, отсканировав QR-код, вы попадете по закрытой ссылочке, где сможете в хорошем качестве скачать себе на компьютер. Потому что не у всех, наверное, уже как бы вся сеть есть эти штуки. Отлично, спасибо вам большое. Спасибо вам. А для тех, кто хочет получить призы от группы Grey Dog, вам нужно подписаться на инстаграм ребят, на инстаграм шоу «Подъем». Когда увидите пост с нашими изображениями, вам нужно будет оставить под этим постом один комментарий от одного человека, и мы в скором времени случайным образом определим счастливчика. Ребят, спасибо, что пришли. Спасибо. Приходите еще, было интересно пообщаться. Продвигайте свое творчество, путешествуйте, дерзайте, будьте. Спасибо. Итак, пятничный выпуск шоу «Подъем» подходит к своему завершению. А я хотел бы вам напомнить, что в ближайшие дни вас ждут наши специальные выпуски. В них вы сможете увидеть все самые яркие моменты завершающейся недели. А таких моментов было немало, поэтому советуем вам не пропускать наш дайджест. Нам же осталось сказать вам только пока-пока. До свидания, до скорых встреч!